Областные пособия планируют увеличить на 10%, как и зарплаты бюджетников. А стоимость льготного питания в школах пересмотреть. О нюансах сегодня рассказали в Министерстве труда и социального развития региона. Грядущие прибавки связаны с высоким уровнем инфляции. Он за этот год, по прогнозам, составит 16,5%. Поэтому индексацию решили провести еще до осени. Причем, как подчеркивают в правительстве, это касается всех работников бюджетной сферы. На 10% повысят не ежемесячный доход в целом, а только оклад. Первая повышенная зарплата будет за июль. Областные пособия тоже планируют увеличить на 10% до конца года. Кроме того, стоимость питания школьников сравняют. Люди задавали совершенно обоснованные вопросы, почему ребенок из многодетной семьи питается по одной стоимости, а дети из других семей по другой стоимости. Сейчас губернатором это решение принято, уже необходимые нормативные документы тоже есть, поэтому сейчас стоимость питания приведена к единообразному показателю. Спасибо, что смотрите канал «Новосибирские новости». Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.